Сегодня в Тресте Петрозаводск Горгаза состоялось торжественное вручение призов победителям лотереи лицевых счетов. Главная цель розыгрыша – стимулировать абонентов вовремя оплачивать заказ и погашать свои долги. В розыгрыше приняли участие 15 тысяч лицевых счетов, не имеющих задолженность на 1 июля 1999 года. Сама лотерея проводилась 12 июля в Тресте Петрозаводск Горгаза в присутствии независимого эксперта депутата Петросовета Виктора Борисевича. Повезло шестерым счастливчикам. Среди призов были газовый счетчик, огневая камера, бронированный шланг, набор газового оборудования. Счастливым обладателем главного приза – газовой плиты – стала ветеран труда Елена Медведева. Спасибо. Спасибо вам. Я очень благодарна Тресту «Петрозаводск Горгаз». Очень удивлена этому приятному сюрпризу. И хочу сказать, что я плачу всегда вовремя и считаю, каждый должен платить вовремя. Но такого подарка я не ожидала. Спасибо вам. По словам специалиста информационно-аналитической службы «Карелгаза» Александра Гараева, залогом благополучной ситуации с газом в Петрозаводске являются своевременные платежи населения. Еще раз призываем, то есть работники газовой службы делают все. Надо теперь задуматься и жителям, что нужно с газом будем только тогда, когда будем платить, когда будем жить вместе дружно.